Всем привет, с вами Order Project, и добро пожаловать на подборку смешных моментов по игре RDR Online. Вот, к примеру, как сейчас вы видите смешной момент. Также немного закадровых моментов со съемки нового видео для канала GamerTag. Так что устраивайтесь поудобно, ставьте лайки. И приятного просмотра! Это прикольно. Потому что я не видел, как игроков ловят. Так что скоро я стану этим... зэком? Бывалым заключенным. Все, 20.05. О, здесь дуэль. Победителей нет. Минус чувак. Так. Ну, все, Вова, у меня 20-15. Мне как бы продолжать набирать или этого хватит? Что? Тебя плохо слышно. Окей, сейчас. Я от дебилов тикану, и ты тоже подальше тогда уезжай, чтобы... розыск, точнее, это охота заспавнилась. Вообще, они как-то очень... хреново использую систему чести. Она влияет только на 2-3 задания. На 4. На 4, хорошо. В любом случае этого невероятно мало. Ну, да. Могли бы там сделать какие-то ништяки геймплейные. Да. Зило вирус бийника. Я хочу посидеть в автозаке. Кстати, мне запись включить? Окей. Нет. Привет всем казахам. Ну, блин, ты только один обижаешься. Вот Погода я всегда приветствую словом «всем салоедам здорово», но он что-то не обижается. Ты обижаешься. Кортик-то? Сейчас. Ой. Мы снимаем ролик про награду за голову. О, вы разыскиваетесь живым Бертом. О, да, прикольно. Блин, весело. Вы у меня... Да, таймер пошел, 4 минуты, вы у меня как враждебные цели. Бешов вон. Да. Окей. Ты дурак, что ли? Он хорошо. Меня не убьет. А я не стал, перестал жать, я бы тебя задушил. Нет, не задушил. У меня тоник, честно, выносливость. О. А, ну всё. Ладно. О, а на сколько? Окей. Не, ну у нас здесь весело. Можно я потом на кильку поохочусь? Ой. А если б я тканины сейчас сдох? У меня сейчас на тебя навелось просто через это. Во, да, еще. Где-то полминуты. Да, 30 секунд. Вива, заказывай автозак. Такого разбийника, как я, надо перевозить с автозаком. А кто пишет сообщение?
Да, оно же вроде на запись плохо влияет, когда там эти... Запись идет. Блин. Сдаться? У меня есть сдаться сейчас кнопка. Что она делает? Служил верой и правдой закона, и в итоге закон тебя задержал. А, кстати, время прибавилось. Живым не дамся. Да. Говно у него, а не лосо. Стой, кому говорят. Я стрелять буду. А вы слышали, что лучшая защита — это нападение? Точно, знаю, что в тебя... Не, ну это весело было. Кстати, вырывается он очень быстро. Да, я сейчас даже, ну, примерно 4 усилия. И все. О! У меня теперь только кнопка сдаться. А честно, я от первого лица вид включу. А, от первого лица нельзя. Меня в автозага засунули. Нечего на митинги ходить. Не, ну вообще мы так с Дэнчиком рофлили еще очень давно. Пацаны, может, договоримся, я вам $20, а вы забудете просто как бы об этом инциденте небольшом? Отбивайте. Прикольно. Тамада хороший, конкурсы интересные. Мы еще уровень повысили. Найс. За отсидку. Ща. Все, видеоклип сохранен. Ща проверим. Все ли на нем записалось. А ничего, что там мой голос слышно? Да, это очень плохо. Окей. Ну, ты там, наверное, музычку сможешь ставить, просто отключить звук. А где отрубать? Что показывать будете? Не, ну сама запись веселая достаточно. То тут нужно официальное подтверждение. Да. Вау. Иначе всю эту лавочку прикрыть могут. Ракета. Что такое?
Ну, сколько я пролетел. Фига, Но далеко. скорости-то у лошади не было. Что-то Диас не хочет с нами эксперименты проверять. Я негодяй. Жгу поля, потому что могу. А А ты чё огонь представь, не что сейчас распространяется? весна. И ты занимаешься полезным действием. Ты же понимаешь, что я сделаю, да? Нет! Ты сгорел? Ты Ну ты загорелся. везучий. Вано, хочешь прикол? Подожди, подойди поближе, поближе. У нас есть огонь по своим Шварц? Может, уже побег из автозака сделаем? Отдайте кильки его клону. Не, ну это бан. Шварц, ты что творишь? Что это сейчас было? Здесь по... Какого хера ты сделал? Не, ну все, бан Шварца, выбирай вражду отрядов. Шварц написал, что стрелял в NPC, но ты попал под удар, короче. Все. Тилька, ты думаешь, что это тебе так просто с рук сойдет, что ли? Я не пойму. Кого подтянуть? Ребят, кого подтянуть высоко? Так, то есть массовая охота, она не предназначена, насколько я понимаю, только один игрок за раз. И работает она периодически, то есть мы вообще никак не застрахованы от поражения в наших экспериментах. Это килька новые? Давайте отправим его к рыбкам. Убери васо. Пристрелите этого кильку. Где старый килька? Вот так, блин. Быстрее убивайте, убивайте старого кильку. А у тебя сохранилось? Все. F. Килик всяких покрывает. Володя.
Вот.